Чернышевский. Проходит по центру. Скидывая на Цевана. Борьба. Ля штрафной. Тут уже Осипенко. И удар. Добрый, добрый удар в экономии. Кашевский. Закид у штрафную. Осипенко скидывает на Цевана. Ну и тут вось. Добро. Вось мяч по дуге. Ну и вось тут вельми небеспечно. Хлебосолов. Рожков на Тимошенко. Тимошенко отримает мяч под контролем. Навес у штрафную. Шагойко и довольно выгодная позиция. Александр Шагойко бьет вышей. Закид из новой Януша. Тут что? И вось он гол. Вот так, слихачане перехопили мяч. 3-3. Передача на Цевана. Цеван с левой линии штрафной. Удар. И вот тут Гущенко. Блескуче. Волков. Хилькевич. Рожков. За боковой на Хилькевича. Владимир Хилькевич скидывая. И тут судовно. Алексей Козлов. Зравняя лику этой встречи. Я кажу, в футболе нема дробезей. Ну, напевно, каб не было гэтых помылок, и не цікаво было глядзець футбол. Кашевский, дальний удар. Ой-ой-ой, мяч ізноў. Левый фланг на Игоря Рожкова. Рожков закид наперед, туды, на Владимира Хилькевича. Хилькевич. Хилькевич ці Кашевский? Хто каго? Хилькевич. Выиграє боротьбу. Рожков! Ой, пробачьте, это был Хлебосолов. Януш пропал добить. Рожков переводит мяч так диагональю. На правый бок, на Тимошенко. Шагойко подхопливая мяч. Есть махчимость. И вот Тимошенко по загульнёй нема. Врывается в штрафную. Змещается. Есть махчимость прострелить. И як только мяч не трапляє у вороты. Реализует боковый арбитр. Матвейчик. На Риаса. Алексей Риас прострел. И вот тут Хилькевич. На Тимошенко. Алексей у штрафной. Обыгрывает одного суперника. Спробуй обыграть. Проштурховывая на Хлебосолова. И кто тут? Ну и як так? Дмитрий Хлебосолов. Гурули. Дальний удар. И вот тут доп. И вот какой сейв демонстрирует Дмитрий Гущенко. Взял мяч под контроль. На Тимошенко. Алексей Тимошенко открывается в штрафную. Прострел. Штанга. Хилькевич. Ну и тут темцы занимает и Александр Волков. Ну, Дмитрий Хлебосолов, Артур Котенко. И гол! Дмитрий Хлебосолов. Йон Турлин. Волков. Закид на Хлебосолова. Хлебосолов. Довольно перспективная позиция, але тут нема никого с партнеров. Один. Кричат, бей. Дмитрий Хлебосолов. Тримая мяч под контролем. У штрафную. И ось тут. Вельми цудовная задумка. Просто Хлебосолов. И ось мощимость для атаки Бобручан. Хлебосолов с мячом. Передача ответственна Хилькевича. Хилькевич. Бледа. Мануэль Бледа. Шукає Турлін. Ну і ось тут трапляє в ногу когось із за...